Всем привет, ребят, меня зовут Викер. Сегодня я сделаю экскурсию по моему дому новому. Он большой. Тут это вход в дом. Это тут у меня мусорки, ведь мне лень выходить, чтобы вынести его. А это уже вход в квартиру. Да, это только для одного человека. И это. У меня тут на пульте вот это, у меня кровать, мусорное ведро тут. А в прошлой серии, то есть в прошлом видео, тут мы сделали, монтировали видео с ВК-медиком и ВК-маньяком. А тут у меня уже они построили, то есть я купил себе магазин. Что ты можешь купить? Арбузы по скидочке, колбаски по скидочке. И хлеб там, и... О, яблочки! Самое крутое. У нас это вообще круто, ведь мы сами яблоки. А еще у нас самое популярное. Валюта это вы какой-то. Ладно. Хорошо. Следующий этаж. У нас тут 3 этажа. Это для чайпития комната. Да? А вот там, сейчас я повернусь. Эта комната самая опасная. Это комната моего животного. Это Утя. Утя это очень опасное животное. Туда зайдешь, умрешь. Ну ладно, вот иди туда. Ладно, это комната Ути. Утя-путя. Ё-моё, это его какальня. Это его еда. Это кнопка эвакуации. У него еще там ветряга и камера наблюдения у него. Так, еще я выхожу, я вам показал. Открой! Открой! Открой дверь! Открой дверь! Нет, я не хочу умирать! Открой! Открой! Нет! Бэ. Как вы видите, Утя такой бойный. Ну ладно. Утя, приберись там. Уберись, я говорю. Уберись. В комнате своей уберись. Скряп. Ква-ква-ква. Так, хорошо. Видите, я его так приучил, чтобы он убирался у себя. Так. Ну это все. Ой, что-то как-то я проголодался. Ё-моё. Надо спуститься. Купить у чела из Орифлейма вещи некоторые. Хорошо. Дайте мне, пожалуйста, арбуз по скидочке, колбаску и хлеб. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте хлеб, колбасочку и арбузик. Хорошо, а с вас 3 ВК-коина. А где ВК-коины? Дай ВК-коины. Хорошо, вот вы какой-ны. О, спасибо. Все, я их беру. Вы наслаждайтесь своей едой. Я сказал, наслаждайтесь. Ладно, ладно, я уже съел арбуз. Хлебушек сейчас съем. И колбасочку по скидочке. Ну ладно, ребят, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И ставьте колокольчик. И... смотрите другие видео. Советую вам понравиться видео. Ладно, а я пошел есть, пока меня не убил чел из Орифлейма.